Добрый день, дорогие рукодельницы! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем вязать салфетку Алисии. Ее автор, дизайнер, салфеточница Патрисия Кристоферсон. Это моя любимая мастерица. Я ее салфетки просто обожаю. Но вот Алисия, наверное, одна из самых моих любимых салфеток. Я тут подготовила несколько штук, которые я вязала, которые есть у меня в наличии. На самом деле, конечно, их связала намного больше. Ну, давайте вот посмотрим. Эту я вязала из ниток Ализе Мисс. Вот такая нежная. Это из ириса. Тоже похожая в других оттенках. Эта салфеточка связана из Анны 16. Ну и вот такие новогодние салфетки, набор. Я уже приготовила. Скоро буду выставлять их на витрину. Эти салфетки очень красивые. Тут много рельефных столбиков, много интересных элементов, и кластеры, и сплиты. Описание к этой салфетке есть, а вот схемы, по которым привыкли многие рукодельницы вязать, к сожалению, нет. И так как многие боятся вязать по описанию, сейчас мы с вами все разберем. Каждый ряд, и будет понятно, как ее вязать. Эта салфетка состоит из 28 рядов. После того, как мы ее свяжем, нужно обязательно будет поставить блокировку, потому что в процессе вязания она будет немножечко фалдить. Я буду вязать салфетку сегодня однотонной, чтобы лучше разобраться со всеми столбиками. Элементами возьму нитки Ализе Мисс. Это мерсеризованный хлопок в 50 граммах 280 метров. Крючком буду вязать 1,5. Итак, приступаем. Делаем начальную петлю, набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Замыкаем в кольцо соединительным столбиком и вяжем первый ряд. Делаем начальный кластер. 2 воздушные петли, делаем накид и в кольцо провязываем столбик с накидом, но не до конца. Подхватили нить, протягиваем через 2 петли на крючке. Накид в кольцо, подхватываем нить, провязываем 2 петли. На крючке у нас осталось 3 петли. Подхватываем нить и закрываем. Сделали начальный кластер. 3 воздушные петли. 2, 3. И вяжем кластер из 3 столбиков с накидами в это же кольцо. Сделали накид. Вставляем крючок в кольцо. 1. Два, накид, третий столбик с накидом, до конца их не провязали, у нас 4 петли на крючке, подхватываем нить, закрываем все петли на крючке. Сделали второй кластер из 3 столбиков с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3 арка, делаем кластер. 1, 2, 3, 4 петли на крючке и закрываем. В это кольцо нам нужно провязать 8 кластеров. Подошли к концу ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кластеров мы связали. И вместо последней арки из 3 воздушных петель вяжем 1 воздушная петля и полустолбик с накидом. Делаем накид в вершину начального кластера. Вяжем полустолбик с накидом. 3 петли на крючке и сразу закрываем все петли. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. Воздушная петля.
В эту арку, в последнюю, провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. В следующую арку из 3 воздушных петель провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 столбика без накида в эту же арку. В следующую арку из 3 воздушных петель вяжем 2 столбика без накида. 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же арку 2 столбика без накида. 1, 2. Обвязали вторую арку. Далее 2 столбика без накида, 3 воздушные петли, 2 столбика без накида в следующую арку. И так вяжем до конца ряда. Провязали столбики в последнюю арку, 8-ю, и в первую арку, в которую мы начинали вязать наши столбики, провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. И вместо арки из 3 воздушных петель вяжем 1 воздушная петля и полустолбик с накидом в первый столбик без накида. Соединяем наш ряд. 3 петли на крючке, протягиваем через 3. У нас получилась арка. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 1 воздушная петля, в эту же арку, в последнюю, которую мы формировали, вяжем столбик без накида, вяжем 6 воздушных петель, арка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, столбик без накида в следующую арку из 3 воздушных петель. Мы с вами вяжем третий ряд. 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. Так. 1, 2. Ниточка немножко сводится. 3. 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. И так вяжем по кругу. Мы провязали 7 арок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вместо последней арки для ее формирования мы будем вязать 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И полустолбик с накидом, делаем накид, в первый столбик без накида. Протягиваем сразу через 3 петли. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. 1 воздушная петля подъема. И в эту арку вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали. В следующую арку из 6 воздушных петель провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. 3 воздушные петли. 2, 3. В эту же арку вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В эту же арку 2 столбика без накида. 1, 2. Еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же арку вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Итак, вот в этой арке из 6 воздушных петель у нас получились 3 арки из 3 воздушных петель.
Еще раз следующую арку из 6 воздушных петель вяжем. 2 столбика без накида. 1, 2. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 столбика без накида в эту же арку из 6 воздушных петель. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В эту же арку 2 столбика без накида. 1, 2, 3. 2 столбика без накида в эту же арку из 6 воздушных петель. Вот, у нас получилось еще 3 арки. На каждой арке из 6 воздушных петель по 3 арки из 3 воздушных петель. Между ними по 2 столбика без накида. Вяжем 2 столбика без накида в следующую арку, 3 воздушные петли и продолжаем по рисунку. Вот что у нас с вами получается. Мы обвязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дошли до нашей первой арки. Провязываем в нее 2 столбика без накида. 1, 2. Раз, два, три. Три воздушные петли. Еще 2 столбика без накида. 1, 2, 3 воздушные петли. И еще 2 столбика. 1, 2. И вместо последней арки из 3 воздушных петель провязываем 1 воздушную петлю и полустолбик с накидом в первый столбик без накида. Соединяем наш ряд. 3 петли. Закрываем. Получилась арка. Вот такая у нас снежинка красивая уже получается. У Патрисии Кристоферсон каждый ряд вяжешь, как законченная салфетка. Очень красивый дизайн. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем пятый ряд. Одна воздушная петля. И в эту арку провязываем столбик без накида. Делаем его потуже сразу, чтобы он не был слишком массивным. 2 воздушные петли, 1, 2 арка. И в следующую арку из 3 воздушных петель вяжем столбик без накида. Вот у нас получилась арка из 2 воздушных петель. Теперь делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В следующую арку из 3 воздушных петель вяжем столбик без накида. Снова арка из 4 петель. 1, 2, 3, 4. В следующую арку вяжем столбик без накида. 2 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. Четыре воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в арку в следующую. 1, 2, 3, 4. Сделали арку из 4 воздушных петель. Столбик без накида. 2 воздушные петли. Теперь арка. Итак, чередуем. Одна арка из 2 воздушных петель. 2 арки из 4 воздушных петель. Вяжем по кругу. Итак, мы дошли до первого столбика без накида. И вместо арки из 4 воздушных петель мы вяжем 1 воздушная петля. И в первый столбик без накида вяжем столбик с накидом. Не полустолбик здесь, а столбик вяжем. Закрываем наш ряд. Первый столбик. Пятый ряд у нас готов. Вяжем шестой ряд. Он немножко посложнее, но ничего страшного. Мы сейчас все справимся. Одна воздушная петля. И в эту арку провязываем 2 столбика без накида. Вот в эту сформированную арку. Далее идет у нас столбик без накида. Мы его пропускаем.
пропускаем эту арку и в следующий столбик без накида, вот в этот, мы будем вязать столбик с двумя накидами, рельефный столбик с двумя накидами. Можно вязать за передние стенки, вот его подхватывать за передние, но я обычно просто подхватываю его, это ускоряет процесс. Так, делаем 2 накида, первый столбик пропускаем, арку из 2 воздушных петель пропускаем и в следующий столбик без накида, вокруг него вот крючок завожу спереди назад, подхватываю нитку и провязываю 1, 2, 3 столбик с двумя накидами вокруг вот этого столбика. 1 воздушная петля. Сделали воздушную петлю. 2 накида на крючке. В арку, которую мы пропустили из 2 воздушных петель, я подхватываю вот так. Вот тоже вот сверху вниз вот за нее. Подхватываем нить. 4 петли на крючке. И попарно закрываем все петли. 1, 2, 3. Провязали второй столбик с 2 накидами. Он у нас лежит как бы на первом столбике. Делаем воздушную петлю. Еще делаем 2 накида. И теперь столбик без накида, который мы пропустили. Вот идут наши 2 первые петли, вот 2 столбика без накида, и после них сразу идет столбик без накида. Вот теперь в него мы вяжем столбик с 2 накидами. Вокруг него также заводим крючок, также вытягиваем и провязываем 1, 2, 3. Все, закрыли мы столбик. Вот такая у нас плетеночка, крестик вот такой объемный получилось. Сейчас еще раз покажу. В следующую арку из 4 воздушных петель вяжем 2 столбика без накида. 1, 2, 4 воздушные петли арка. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку вяжем 2 столбика без накида. Кто привык эти столбики вязать за передние стенки, вот, пожалуйста, можно вот так подхватить и вязать вот столбик вот с 2 накидами вот так. Но мне вот легче просто зацепить. Это намного быстрее, но эффект тот же. Так, показываю. Вот у нас 2 столбика, арка, 2 столбика. Вначале мы вяжем столбик с 2 накидами вокруг вот этого столбика, потом в арку, потом вот в этот столбик. В этот, в арку, в этот столбик. Итак, 2 накида. Во второй столбик провязываем столбик с 2 накидами. Оп-оп-оп, закрыли. Воздушная петля. В арку теперь столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида и в арку из 2 воздушных петель. Провязали столбик с 2 накидами. Воздушная петля. 2 накида. И в первый столбик вяжем столбик с 2 накидами. Вокруг него. Закрыли столбик. Вот у нас получился еще один такой объемный элемент. Теперь в арку из 4 воздушных петель провязываем 2 столбика. 1, 2. Арка, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку из 4 воздушных петель вяжем 2 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее мы на этих 2 петлях, между которыми арка из 2 воздушных петель, вяжем такой же объемный элемент. У нас получается 3 столбика с 2 накидами, между ними арки из 1 воздушной петли. Вяжем задом наперед в эту, в арку, в первой. Вяжем так до конца ряда. Итак, мы провязали 8 объемных элементов.
5, 6, 7, 8. 2 столбика без накида. И для формирования арки из 4 воздушных петель вяжем 1 воздушную петлю и столбик с накидом в 1 столбик без накида. Провязали. 6 ряд у нас готов. Вяжем 7 ряд. Воздушная петля, 2 столбика без накида в эту же арку последнюю. Четыре воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 столбика без накида и в следующий столбик с 2 накидами, который у нас внизу, вот здесь он, в следующий столбик вяжем столбик без накида. Теперь в арку из 1 воздушной петли, здесь в промежуток вставляем крючок, у нас арка из 1 воздушной петли, вяжем столбик без накида. В следующий столбик с 2 накидами вяжем столбик без накида. В следующую арку вяжем столбик без накида. И в следующий столбик с 2 накидами тоже вяжем столбик без накида. Вот мы провязали подряд 5 столбиков без накида. 3 столбика у нас получается столбики с 2 накидами и 2 столбика в арке из 1 воздушной петли. Вот 5 столбиков. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4 арка. В следующую арку из 4 воздушных петель вяжем 2 столбика без накида, 1, 2, 4 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика без накида и в столбик с 2 накидами вяжем столбик без накида. Теперь в арку, следующий столбик с 2 накидами, в арку, следующий столбик с 2 накидами. Провязали 5 столбиков без накида, 4 воздушные петли, 2, 3, 4. В следующую арку вяжем 2 столбика без накида. 4 воздушные петли, пропускаем 2 столбика, 5 столбиков без накида вот в эту группу, в этот объемный элемент. 4 воздушные петли и 2 столбика без накида в следующую арку. Нам осталось связать последнюю арку из 4 воздушных петель. И вместо этого мы вяжем воздушную петлю, накид, столбик с накидом в 1-й столбик без накида. Седьмой ряд у нас готов. Я специально взяла нить одного цвета, чтобы было хорошо все видно, чтобы не путаться пока, когда присоединять нить. Вы когда свяжете образец себе первый однотон, и потом уже сами там решите, как распределять цвета на ваши салфетки, в каком ряду вам больше захочется поменять цвет. Вяжем 8 ряд. Воздушная петля, подъем у нас в каждом ряду, и столбик без накида в эту же арку. Этот ряд очень легкий. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. В следующую арку из 4 воздушных петель столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика, 1, 2 и в третий, в средний, вот из группы из 5 столбиков, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4 арка, в следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4,
следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4. В группу, в средний столбик. 2 пропускаем, в третий столбик без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в следующую арку. И так вяжем по кругу до конца ряда. Итак, мы провязали последний столбик без накида в группу вот эту из 5 столбиков, в серединку его. И у нас осталась последняя арка из 4 воздушных петель. Мы вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И соединительный столбик в первый столбик без накида. Здесь мы не формировали, а просто провязали ее как положено, 4 воздушные петли, и соединили наш ряд. Восьмой ряд у нас готов. У нас получилось 24 арки из 4 воздушных петель. Можете проверить, вдруг кто что-то потерял. Так, вяжем 9 ряд. Соединительный столбик в арку, 3 воздушные петли, это у нас первый столбик с накидом, столбик с накидом в эту же арку, провязали 2 столбика. Теперь в первый столбик, куда мы соединяли наш ряд, первый столбик без накида, вяжем ножку, первую ножку сплита. Сделали 2 накида. 2 накида на крючке у нас. И заводим крючок вот за этот столбик. Можно вязать за передние стенки этого столбика, но я обычно просто подхватываю его. Вот у нас арка, в которую мы сейчас провязываем. И она заключена вот в эти 2 столбика у нас. Мы первую ножку вяжем за первый столбик, вторую ножку сплита за второй столбик. Сделали 2 накида, подхватываем столбик первый, провязываем 2 накида, но не до конца провязываем столбик, 2 петли на крючке, делаем 2 накида и теперь вторую ножку провязываем в следующий столбик без накида. Провязали 2 накида, у нас 3 петли на крючке, закрываем. Вот мы провязали сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Делаем накид и в эту же арку, куда мы вязали 2 первых столбика с накидом, провязываем 2 столбика с накидом в эту же арку, в первую нашу. Вот что у нас получается. Теперь в следующую арку 2 столбика с накидом. 1, 2. Делаем 2 накида. Опять вяжем сплит. Первую ножку вяжем вокруг этого же столбика, куда была провязана вторая ножка первого вот предыдущего сплита. Провязали первую ножку, делаем 2 накида, вторую ножку вяжем в следующий столбик без накида. Вторая ножка готова. 3 петли на крючке, закрываем. Провязали второй сплит и в эту же арку за нашим сплитом вяжем эти 2 столбика за нашим сплитом. Провязываем 2 столбика с накидом. Эти сплиты у нас впереди, чтобы получился такой рельефчик. Давайте еще раз. 2 столбика с накидом в следующую арку. 1, 2. Делаем 2 накида. Провязываем первую ножку вокруг этого столбика. Закрыли 2 накида.
Делаем еще два накида, вторую ножку в следующий столбик без накида. Закрываем 3 петли на крючке и в эту же арку за нашим сплитом провязываем 2 столбика без накида в арку. Так вяжем до конца ряда. Так, мы подошли к концу ряда, провязали в последнюю арку 2 столбика с накидом и вяжем последний сплит. Первую ножку провязали, вторую ножку из двух столбиков и из столбика с двумя накидами мы провязываем под первой ножкой первого сплита нашего ряда. Нужно, чтобы ножка вот эта первая перекрывала нашу вторую ножку последнего сплита. И закрываем 3 петли на крючке. Провязали 2 столбика и соединяем в третью петлю подъема соединительным столбиком. 9-й ряд у нас готов. Вяжем 10-й ряд. 1 воздушная петля, столбик без накида в этот же столбик. И по кругу провязываем в каждый столбик по одному столбику без накида. Провязали 2 столбика без накида, теперь столбик без накида в сплит, по столбику в следующие 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4, столбик в сплит. И так обвязываем по кругу в каждый столбик. Вяжем последний столбик без накида и соединяем в первый столбик без накида. Провязываем соединительный столбик. 10-й ряд у нас готов. Вяжем 11-й ряд. 3 воздушные петли подъема вместо первого столбика с накидом. 2 воздушные петли арка. Пропускаем столбик без накида. И в следующий столбик вяжем столбик с накидом. Две воздушные петли, пропускаем столбик без накида, в следующий столбик вяжем столбик с накидом. Две воздушные петли, пропускаем, в следующий вяжем столбик с накидом. Так вяжем по кругу до конца ряда. Вяжем последний столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, и соединяем в третью петлю подъема, оставляем арку из 2 воздушных петель. У нас должно получиться 60 арок из 2 воздушных петель. На всякий случай пересчитайте, чтобы потом не было несовпадений. Вот что у нас получается. Мы с вами провязали 11-й ряд. Вяжем 12-й ряд. Делаем соединительную петлю
в арку и вяжем начальный кластер. 2 воздушные петли, 1, 2, делаем накид, провязываем его, еще один накид, провязываем его, 3 петли на крючке, закрываем. 2 воздушные петли, арка, 1, 2, и в следующую арку провязываем кластер из 3 столбиков с накидом. Четыре петли на крючке, закрываем. 2 воздушные петли арка, и в каждую арку из 2 воздушных петель провязываем по кластеру из 3 столбиков с накидом. Между ними арки из 2 воздушных петель. Четыре петли закрываем, 2 воздушные петли. Для формирования последней арки из 2 воздушных петель мы провязываем 1 воздушную петлю и в вершину начального кластера провязываем столбик без накида. Получилась арка из 2 воздушных петель. 12 ряд у нас готов. Провязали 60 кластеров и 60 арок из 2 воздушных петель. Начинаем вязать 13 ряд. 1 воздушная петля, столбик без накида в эту же арку. В следующую арку вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и столбик без накида в эту же арку. Обвязали первую арочку. В следующую арку вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, 2, 3, и еще один столбик без накида. В следующую арку столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик без накида. Обвязываем так до конца ряда. Дошли до первой арки, провязываем в нее столбик без накида и вместо арки из 3 воздушных петель провязываем воздушную петлю и полустолбик с накидом в первый столбик без накида. Сформировали нашу арку. 13 ряд у нас готов. Вяжем 14 ряд. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом в эту же арку, которую мы формировали. Одна воздушная петля и еще один столбик с накидом в эту же арку.
провязали. В следующую арку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида. В следующую арку вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. В эту же арку вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. В эту же арку столбик с накидом. Воздушная петля. Столбик с накидом сюда же. Итого мы провязали 4 столбика с накидом в арку, между ними по одной воздушной петле. В следующую арку вяжем столбик без накида. Вот у нас получилось вот такой веер из 4 столбиков. Накид. В следующую арку вяжем столбик с накидом. Один столбик провязали, воздушная петля. Второй столбик провязали, воздушная петля. Третий столбик, воздушная петля. И последний, четвертый. В следующую арку вяжем столбик без накида. Так вяжем по кругу до конца ряда. Связали последний веер наш. Столбик без накида в арку. И вяжем столбик с накидом в первую арку. Воздушная петля. И соединительный столбик в третью петлю подъема. Остается арочка из одной воздушной петли. Четырнадцатый ряд у нас готов. Посмотрите, какая красота у нас получается. За что я люблю салфетку Алисия. Ее можно заканчивать любым рядом, и она будет уже выглядеть как готовой, такой законченной салфеткой. Так, вяжем 15 ряд. Делаем соединительный столбик в арку из одной воздушной петли. Три воздушные петли, 1, 2, 3 вместо первого столбика с накидом. В эту же арку вяжем столбик с накидом. Две воздушные петли, 1, 2. В эту же арку еще вяжем 2 столбика с накидом. Первый столбик, второй. Вот такая ракушечка у нас получилась. Одна воздушная петля. Теперь на двух следующих арках, вот следующая арка из одной воздушной петли и следующая арка на вот втором веере, вот на этом, вот эти две арки из одной воздушной петли, вяжем на них убавку, делаем накид, провязываем столбик с накидом не до конца в первую арку, 2 петли на крючке, делаем накид, провязываем не до конца столбик с накидом в следующую арку, 3 петли на крючке, подхватываем нить, закрываем 3 нити. Вот мы провязали убавку на этих двух арках. Воздушная петля. В следующую арку вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные петли. И в эту же арку вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. Одна воздушная петля.
на следующих двух арках, на этой и вот на следующем веерочке на нашем, провязываем убавку. Одна воздушная петля. В следующую арку провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в эту же арку. 1, 2. Воздушная петля, убавка. Встречаемся в конце ряда. Подошли к концу 15 ряда. Воздушная петля, делаем последнюю убавку. Воздушная петля и соединяем в третью петлю подъема. Делаем соединительный столбик. Все, закончили 15 ряд. Вот такая красавица Алисия у нас получается. После блокировки она вся выровняется.